небольшое пояснение. Елена Бережная и Антон Сихрулидзе сегодня не будут выступать в связи с тем, что Лена готовится стать мамой. Это вполне уважительная причина. Весь проект Лена Бережная вместе со своим партнером боролись с судьями и спасались телезрителями. И вот сегодня один из спасенных в этой паре. Александр Носик. И помогает ему сегодня двукратная чемпионка мира Елена Леонова. Встречаем Елена Леонова, Александр Носик. Софим Бейздат СМС 6 помимо целевой широта бетухнит. Каблю там Александр Носик и Елена Леонова. Бвакаша. No matter where you are, look at the Raja, look at the Raja, dying on your guitar. Look at the Raja, sing no matter where you are, look at the Raja, look at the Raja, dying on your guitar. Джази только девушки. Замечательная зарисовка в исполнении Елены Леоновой и Александра Носика. Саша, единственный, кому удавалось сделать высокие поддержки. Самый настойчивый Александр Носик. Елена Леонова и Александр Носик. Елена Леонова,
Участница будущих «Звезд на льду 2» и Александр Носик. Саша и Лена. Браво, 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 Саша.